Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот ажурный квадрат. Увидела я схему, очевидно, из какого-то старинного журнала, потому что очень такой у нас винтажный получается квадрат. Кому понравилась идея, присоединяйтесь. Начинаем мы с вами с первой воздушной петли и еще 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 воздушных петель. Замыкаем колечко. Заходим в первую петельку и вяжем соединительную. Хвостик вдоль. Дальше у нас будет очень интересный прием. Итак, начинаем. 1, 2, 3, 4. 4 воздушных петли. 1, 2, 3. Зашли в колечко, связали столбик с тремя накидами. 1, 2, 3, 4. Вот у нас с вами как бы 2 столбика. Теперь вяжем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в вершинку нашего столбика, захватываем 2 петельки, вот так вот, вяжем соединительную петлю, и у нас с вами получилось как бы пико на вершине этих 2 столбиков. Теперь 1, 2, 3, заходим под колечко, вяжем столбик с тремя накидами. Теперь 1, 2, 3, 4. Опустились на колечко, столбик без накида. И вот таких вот лепестков у нас должно быть 8. То есть мы с этой точки сейчас опять с вами 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, заходим в колечко, 1, 2, 3, 4 соединили, 1, 2, 3, 4, 5, сделали пико, соединились, 1, 2, 3, опустились в колечко, 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4 опустились на колечко. Итак, продолжаем по кругу. Итак, мы с вами обошли по кругу. У нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 таких лепестков. Нам нужно оказаться с вами в верхушке вот, ну, как бы первого лепестка. Поэтому мы с вами соединительными петлями должны пройти к вершинке. Заходить в каждую петельку. Вот так. Мы должны с вами оказаться. Так, и идем. Вот. Мы постепенно с вами дошли до центра вот нашего пико. И теперь с этой точки я вяжу 1, 2, 3, 4. 2 накида. И под арку, или под вот эту петелечку, мы с вами вяжем еще 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. 4 столбика мы с вами связали. Я делаю 2 накида, перехожу в следующую петельку. А в этой петельке вяжем 9 столбиков. Первый.
Мы с вами связали 9 столбиков с двумя накидами. И теперь опять 2 накида, переходим в следующую петельку. Итак, во все петельки мы с вами будем вязать по 9 столбиков. Итак, мы с вами обошли все по кругу, связали по 9. В первом, вы помните, мы вязали с вами 5, поэтому связала еще 4 столбика, и мы соединяемся с третьей петелькой подъема. С третьей петелькой подъема соединились и закрепили. Перехожу во второй столбик, или это у нас будет пятый, вот это шестой столбик, если мы правильно посчитаем их от начала. Вяжу столбик без накида. Теперь 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. Я пропускаю один столбик. Вот пропустили один. В следующий зашли и связали столбик без накида. То есть у нас в последний столбик не участвует. Я делаю одну воздушную петельку. Первый мы пропускаем. Заходим во второй столбик на как бы второй нашей петельки. Теперь 1, 2, 3, 4. Пропустили. Пропускаем один столбик. Заходим в следующий столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Один пропустили. Зашли в следующий столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Пропустили один, зашли в следующий столбик. Столбик без накида. Теперь мы переходим на следующую часть, на следующий сегмент. Одна воздушная петелька и перешли на следующий сегмент. Вот так у нас будет получаться по 3 арочки. Движемся по кругу. Обошли мы с вами по кругу. У нас остался последняя арочка. Видите, вот у нас одна арка, вторая. И центральную арку нам нужно с вами сделать. 2 воздушных петельки. Накид. Мы заходим с вами в точку, с которой выходили. И связали столбик с одним накидом. Вот так. Теперь 1, 2, 3, 4 столбик. Запомнили. 1, 2, 3, 4, 5. Вернулись и связали пико. Теперь 2 накида. Заходим под арку. Вяжем столбик с двумя накидами. И над этим столбиком тоже пико. 1, 2, 3, 4, 5. Зашли вершинку столбика, связали пико. 1, 2, 3, 4. Я захожу под арку, вяжу столбик без накида. 1, 2. Перехожу на следующий сегмент под арку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Вот наш центральный, первый, второй, третий. Вот наша центральная арочка. Мы под центральную арочку заходим, связали столбик с двумя накидами. 5 воздушных петель. Вернулись, сделали пико. 2 накида. Зашли опять под эту же арочку. Следующий столбик с двумя накидами и еще пико. 1, 2, 3, 4, 5. Вернулись. И еще один третий столбик. Опять в эту же арочку. Третий столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся к вершинке. Захватываем 2 ниточки и связали пико. Теперь нам нужно оказаться вот в этой арке. 1, 2, 3, 4. Я захожу под арку, идущую по ходу движения.
Теперь перейдем на следующий. Две воздушных перешли на следующий сегмент. 1, 2, 3, 4. Два накида. И мы с вами выполняем вот такой набор. Так движемся по кругу. Обошли мы с вами по кругу. Последние два столбика соединились с арочкой. И нам нужно вот эту часть нашей арки довершить. Поэтому 1, 2, 3, 4, 2 накида. Мы заходим под нашу первую арку. И я вяжу столбик с двумя накидами. На вершинке вяжем пико из 5 воздушных. И связали мы пико и соединяемся с нашим первым столбиком. Вот так вот. Но нам нужно с вами оказаться на вершинке вот этого пико. Поэтому опять-таки соединительными столбиками мы с вами поднимаемся и оказались здесь. Теперь с этой точки я вяжу 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3. Даже 4. 4 накида. Захожу в центральное пико. И вяжем столбик с 4 накидами. Так и вот так. Теперь 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Мы заходим в это же пико. И вяжем такой же столбик. 1, 2, 3, 4 и завершили. Теперь нам нужно соединиться с вами вот с этим пико. 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Зашли в центральное пико, связали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Мы с вами теперь опять вяжем столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4 и 5. То есть смотрите, вот это у нас угол, и это у нас тоже будет угол. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 накида и вот сюда. Смотрим, видите, вот мы с вами разбиваем уже квадрат. Вот у нас углы, вот у нас по 11, а вот угол 9. И так мы с вами движемся по кругу. Обошли мы с вами вот так вот все по кругу. Да? Последние 11 воздушных петель мы заходим с вами, ну, как бы в нашу пику и вяжем соединительный столбик. Вот так вот у нас он не совсем ровно получилось. Но дальше будем выравнивать. Теперь 1, 2, 3, 4. Это будет столбик. 1, 2, 3. 2 накида. Здесь мы с вами должны посчитать 3 и в четвертую петельку зайти, связать столбик с 2 накидами. Первый. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Через 3 петельки в четвертую столбик с 2 накидами. Теперь 1, 2, 3, 4, 2 накида. Мы заходим с вами вот в вершинку этого столбика и вяжем столбик с 2
накидами. Вот так выглядит наше начало. Теперь у нас уголок. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Мы должны с вами зайти не в центр, а если здесь у нас 9, не в пятую, а в четвертую петлю нужно зайти, связать столбик с двумя накидами. Теперь 4, 1, 2, 3, 3 воздушных петельки, 3 накида, зайти в пятую петельку, в центральную, связать столбик с тремя накидами. 1, 2, 3, 2 накида и зайти в шестую петельку и связать столбик с двумя накидами. Связали мы с вами столбик с двумя накидами. Так выглядит угол. Теперь 1, 2, 3, 2 накида. Мы опять заходим с вами в вершину углового столбика, который образует угол, да? И теперь на вот этих мы вяжем с вами 2 столбика через 3 воздушных петельки. 1, 2, 3, 2 накида. Столбик с двумя накидами. Можно выискивать петли, но мне, чтобы не так под камерой было сложно, я вяжу просто под арочку, затем они сами распределятся. Надо их распределить. И 1, 2, 3, 3, 2 накида мы заходим с вами вот в этот столбик. И таким образом мы с вами идем по кругу. Итак, мы с вами обошли по кругу последние 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в четвертую петлю подъема мы с вами должны завершить этот ряд. Вот. Соединились мы и теперь будем обвязывать вот по краю наш мотив. Я перехожу, вяжу столбик без накида. Полустолбик. Столбик с одним накидом. Теперь столбик с двумя накидами. Один. Столбик с двумя накидами. Второй. Теперь 2 накида, я захожу в сам столбик, в вершинку. И на вершине этого столбика мы вяжем с вами пико из 5 воздушных петель. Возвращаемся. И связали пико. Теперь по этой опускаемся точно так же. 2 столбика с двумя накидами, столбик с одним накидом, полустолбик и столбик без накида. Переходим в следующую арку и повторяем. Также доходим до уголка. В углу будет немножко иначе. Связала я вот 2 пролета, и мы дошли до уголка. Уголок. Захожу столбик без накида. Полустолбик. Столбик с одним накидом. И теперь столбик с двумя накидами. 2 накида и захожу в сам вершину самого столбика. Вот так. Теперь 3 накида. Заходим в вершинку нашего столбика. Первый столбик с 3 накидами.
3 накида. В эту же вершинку зашли, вяжем второй столбик с 3 накидами, и на вершине этого столбика вяжем пико. 1, 2, 3, 4, 5. Вернулись. Захватили ниточки и соединительная петелька. Опять 3 накида, и в этот же столбик вяжем еще столбик с 3 накидами. Это последний столбик. Теперь 2 накида. Заходим в этот столбик. 2 накида. Теперь заходим под арку, под саму арку. Столбик с 1 накидом. Полустолбик. И столбик без накида. И переходим на следующую. Вот так у нас с вами обвязывается уголок. И вот так мы с вами идем, доходим до следующего угла. В итоге мы обвязываем все по кругу. Сейчас я обвяжу, мы посмотрим. Итак, я вот обошла все по кругу. У нас, видите, выпрямился наш квадрат, стал ровным. И теперь мы даже можем соединять в полотно. Получится очень красивое, да, ажурное красивое полотно. Вот, пожалуй, и все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось — ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!